Девочки, всем привет! С наступающим вас весенним праздником! И, как обещала, снимаю вам видео про обещанную скраб-конфетку и подарок для молодых мамочек. Итак, значит, условия участия в розыгрыше. Значит, во-первых, вы должны быть подписчиком моего канала. Второе, вы должны написать комментарий под этим видео о том, какие видео вам бы хотелось в ближайшее время видеть на моем канале. То есть, какие вам больше всего нравятся, или какие бы, что вам было интересно посмотреть. И, значит, третье, указать, какой подарок вы хотите. Подарок для мамочек – это будет мною сделанный бэби-бук вот с таких страничек на выбор для мальчика или для девочки. Вот это у меня бэби-бук для девочки, такой вот, в розовых весь такой тонах. Значит, с такими симпатичными тоже птичками. Здесь по месяцам есть первый Новый год. Вот такое красивое семейное дерево. Ножка, ручка. Как я расту. Там дальше первый Новый год есть. Первый день рождения. Просто страницы для заметок. Ну, то есть они оба сделаны в одном стиле. Только один в таких нежно-розовых тонах. Это для девочки. И второй будет вот таких вот голубых. С нежно таким желто-коричневыми тонах, это для мальчика. Здесь все то же самое, такие же все странички. Здесь очень есть и место для фото, и для записей. Я вот даже, кстати, Наде сейчас уже будет 2, а я вот хочу такой бэби-бук для нее заполнить. Очень мне понравилось, у меня есть там мои записи, и хочу их вот такой вот бэби-бук записать. А почему нет обложки и дизайна? Значит, потому что для тех, кто это выиграет, мы сами вместе выберем ткань для обложки, и вы укажете мне, что бы вы хотели на форзац. Кто-то на форзац хочет место для фото, кто-то кармашек, кто-то конвертик для локона и бирочки. У всех пожелания разные. Поэтому, чтобы бэби-бук получился именно такой, какой вам понравится, поэтому пока вот показываю вам только то, что будет внутри самого бэби-бука, а сам дизайн и содержание форзацев обсудим с тем, кто выиграет бэби-бук. Это для мамочек. То есть те, кто хочет для своего малыша выиграть вот такой вот от меня бэби-бук. Пересыл, кстати, и скраб-конфетки, и бэби-бука, если вы не в Москве живете, он, естественно, тоже за мой счет, так как это подарок. Так, и второй вариант, да, вторая категория зрительниц моего канала, это те, кто интересуется, занимается и любит скраб-букинг. Это такая достаточно объемная, мне кажется, получилась по размеру скраб-конфетка. И давайте приступим, посмотрим, что же здесь у нас будет. Я специально приготовила пакетик, в который буду все это убирать, засыпать. Потом, естественно, при пересыле рассортирую более детально, но пока вот решила так. Значит, первое, что мне попадается под руку, это вот такие скотчи. Не у всех есть в городах фикс-прайс, кто-то, может быть, упустил момент. У меня некоторые не дублируются, поэтому решила ими поделиться. Значит, один скотч вот такой вот зеленый в горошек. Второй скотч золотой, очень ходовой. Вот такой вот. И три скотчика просто цветных. Они даже все эти вот запечатанные. Значит, один в такую вот клеточку зеленую, разноцветная полосочка и цветочки. Значит, получается у нас 5 скотчей. Откладываем. Следующее — это вот такие вот ленты декоративные, значит, для девочки, вот с такими вот всякими разными фигурками. Здесь можно, кстати, их отдельно отрезать, где-то, может быть, использовать и целиком вот так вот ленточку в качестве декоративного элемента использовать. И такая же ленточка, только голубая, для мальчика. Вот таких вот, такие вот ленточки. Дальше кружево. Значит, постарался я там примерно по метру отрезать. Вот такое вот тонкое. Это синтетическое капроновое такое кружево. Плотное достаточно, хорошо ведет себя в декоре. Можно, я его использую и на обложке, и где-то внутри альбомов, и на блокнотах каких-то. То есть, в принципе, я им довольна. Оно у меня есть в нескольких цветах. Но вот в конфетку решила положить голубой цвет.
Так, это голубое. Дальше два отреза хлопкового кружева. Это вот такое цвета айвори, скажем так. В принципе, хорошее кружево. Я им довольна. Тоже достаточно. Оно, по-моему, 2,5 или даже 3 сантиметра. Сейчас я вам точно скажу. Да, 2,5 сантиметра оно шириной. Вот здесь отрез, по-моему, здесь около ярда. Я отрезала. Честно говоря, отрезала на глаз. Так, и еще отрез хлопкового кружева белого. Вот такого. Здесь я уже померила метр. Вот такой вот белый кружево. Хотя, может быть, нет, вроде метр должен быть. Так, дальше вот такие фоамирановые розочки. По 5 штук каждого цвета. Нежно-розовые, персиковые и вот такие вот белые с розовым. Их можно использовать внутри альбома, они очень большие, но они хорошо смотрятся на обложках альбомов, на открыточках и на крышечках маминых сокровищ. Все-таки мальчикам цветочки редко делают, поэтому я вот как бы и заказывала такие вот нежные цвета по 5 штук каждых розочек. Так, дальше. Теперь всякая разная мелочевка, украшалочки. 3 вот таких вот нежно-розовых бантика. Дальше вот такие вот пуговички из набора Прованс деревянные. Такие вот с обратной стороны, они вот такие вот не покрашенные. Коллекция называлась Прованс. Дальше вот такие вот украшалочки на морскую тематику. Я, честно говоря, не считала, так отсыпала, скажем так. Тут вот такие вот якоречки. Единственное, что смотрела, чтобы разные цвета все попались, которые там в наборе были. Так, вот еще одна пуговичка убежала. Так, вот такие вот белые штурвалы, голубые, темно-синие. И якоречки тоже голубой, темно-синий. Белых там у меня нет. Вот такие вот украшалочки. Так, дальше вот это все очень любят. Вот такие классные акриловые сосочки, голубая и розовая. И металюшечки, подвесочки, сосочка, колясочка, ножки и бодик. Вот такой набор подвесочек. Так, дальше еще морские пуговички. Скоро лето, все будут делать альбомы на морскую тематику. Эти уже покрашены с двух сторон, такие вот потолще. Вот такие пуговички. Вот такие вот, я даже не знаю, пуговички, не пуговички. Они с другой стороны вот такие вот плоские, металлические. Кстати, очень удобно клеится вот такой пушистик, сердечко. Такое вот красненькое, синенькое и вот такое вот бирюзовое. Вот эти неплохо смотрятся на обложках. Так, и вот такая вот куча всяких разных пуговок. Вот эти вот совы, обычно все их очень любят. Использую их и на обложках, и внутри альбомов. Две вот таких совы. Дальше сосочка. Еще вот такая вот совушка. Дальше для мальчика и для девочки вот такие вешалочки с одежками. Жирафик, слоник и птичка. Так, мишка вот такой вот на лошадке. Здесь вот еще слюнявчик, две надписи Бэйби, зайчик. Вот еще вот такой вот не Бэйби и Аист. Такое вот количество пуговичек. Так, и теперь по тканям. А, еще вот такой вот отрез. Таких вот шифоновых розочек я решила положить. Здесь вот я постаралась вырезать, чтобы розочки целиком попали. Но с этой стороны уже ровно отрезала. Решила не мучиться. И здесь, по-моему, сейчас я вам скажу, 20 сантиметров. На сеточке я их вырезаю. Иногда прямой линии использую. Красиво смотрится и на открытках, и в альбомах. У меня их есть несколько цветов, но вот розовый у меня самый ходовой. Такой вот, поэтому решила его положить в конфетку.
Так, и то, что касается ткани. Значит, два отреза хлопка. Один вот такой вот голубенький. В принципе, можно на блокнотик и даже какие-то мальчиковые, может быть, работы. Это хлопок, честно скажу, с Алиэкспресса. Ну, все, в принципе, знают. Кстати, вот посмотрите, я даже на просвет покажу. Вот этот хлопок очень качественный, он вообще не просвечивается. При том, что достаточно светлый. То есть, вот видите, там ничего не просвечивается с обратной стороны. Нравится. Я вот у двух продавцов заказываю в основном на Али хлопок. И очень довольна качеством. Ни разу у меня не было того, что у них просвечивалась ткань. Я пробовала еще несколько продавцов, но у них вот бывало. Поэтому я больше не заказываю. Так, следующую ткань я покупала уже здесь. Это, по-моему, такой вот сити с имитацией льна. Но очень красивый. Я делала с ним один блокнот. Такой тоже я отрезала, по-моему, 30 на 50 отрез. Такая вот ткань. Красиво смотрится на обложечках. Такая вот она. Можно ли что-то винтажное, или даже такой шейби сделать. Ну, не знаю, мне вот люблю вот эту ткань. Несколько работ уже с ней делала. Очень хорошо смотрится. Так, и два отреза плюша. Розовый такой, ярко-розовый. И бежевый такой, молочного цвета. Тоже на обложечке хорошо идет. Несколько альбомов делала. Прикольно очень смотрится. Вот такая у меня получилась конфетка для скрапа. Поэтому внизу в комментариях к этому видео, когда будете участвовать, подписывайте, пожалуйста, какой именно приз вы хотите. Потому что мы будем отдельно с девчонками разыгрывать с моими приз для детишек, то есть бэби-бук и скрап-конфетку. Значит, каждому присвоим, напишем фамилию, так же, как в том году, и будем разыгрывать, девчоночки мои будут тянуть. Я надеюсь, что вам понравится этот розыгрыш, скраб-конфетка и идея сделать бэби-бук в подарок. Надеюсь, что вы поучаствуете в этом конкурсе. Всех еще раз наступающим праздником. Кстати, розыгрыш, скорее всего, будет 11 числа, так как я поздно все-таки у меня получилось это снять, поэтому розыгрыш, скорее всего, будет в субботу. Как только видит видео с розыгрышем, это значит, что как раз конкурс закончился. Но ориентировочно примерно до 11 числа. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.